Три уголовных дела, связанных с нарушениями трудового законодательства, были возбуждены Челнинской прокуратурой в этом году. По словам сотрудников ведомства, тема нарушений норм охраны труда остается актуальной для многих городских предприятий. В прокуратуру регулярно поступает информация, требующая реагирования. Одна из последних проверок прошла в организации «Пожгарант», в результате чего в отношении руководства предприятия было возбуждено дело по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. В ходе проведенных проверочных мероприятий были выявлены нарушения законодательства об охране труда, в частности, это необеспечение средствами индивидуальной защиты работников, непрохождение периодического медицинского осмотра. Сумма денежных санкций за нарушение трудового законодательства для должностных лиц начинается от 25 тысяч рублей, для юридических – от 125 тысяч. А подробнее об ответственности за нарушение закона, разъяснение трудовых споров, громкие дела и результаты прокурорских проверок в программе «Слово прокурору». Она выходит ежедневно на волнах 104.2 FM радиостанции «Брежнев FM». Чтобы задать сотруднику надзорного ведомства свой вопрос, необходимо позвонить по номеру 8 965 600 104.2 или отправить сообщение в WhatsApp.